вечера на хуторе близ Москвы мы проезжаем мимо красивейшего храма Вооруженных сил Российской Федерации в парке Патриот, что находится в Подмосковье. Красота! Мы уже там с вами, кстати, давно не были, да? Да. Надо съездить как-то там. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Мы сегодня просто решили поехать здесь, потому что удобнее всего здесь. А я без рук еду. Ой, не надо без рук ехать. Ты же не без руки. Я имею в виду, за руль не держусь. Возвращаемся домой. Мы, я говорю, вечера на хуторе, потому что снимаем в основном вечерами. В будние дни. Мои друзья живут в Подмосковье, они всегда в машине. Да. Зачем вам вообще квартира, если вы всегда в машине? Значит, сегодня у нас среда, успешно отработанная. Завтра у нас предпраздничный день. Поздравлять будем пацанов в коллективе. Николашку поздравлять будем. А нет, Николашку до встречи будем поздравлять. Чего вы заранее? Вот, поэтому сейчас надо купить парням подарок. А можно будет, что Николашка 23-го сразу с утра? Драбодень. Нет, нельзя. Ты когда? Ты вообще в драбодень не пьешь больше. Так, надо, значит, заехать сейчас купить парням подарочки маленькие, сувенирчики. Начинается. Потом забрать кассеты для рассады. Начинается. И можно ехать домой. Даю. А дома нас ждет огромная кастрюля борща. Боже, какое счастье, когда муж умеет готовить. Это раз. Нету. Там осталось, может, одно мисочка небольшая. В смысле небольшая? Ну, я пообедал, три мисочки съел беленьких. Все. Ой, хвалить хотела бы. Не, ну там тебе хватит. Парк Патриот. Короче, дома. Надеюсь, что борщ идет. Еще я тут на обед купила, не съела. Салат, окорочок. Короче, поужинать есть что. Главное, свои ранёшки. А что ранёшки? У нас есть немножко. Надо купить фарш, ему туда намешать. Туда ранёшки купить фарш курицам. Курицам, кошкам, курицам. Паучек, как обычно, надо побольше купить как-нибудь, чтобы не ездить постоянно. Ну вот. Вот такие планы. Смотрите, какой патриотичный мост. Мост патриотичный. Красный, синий-белый. Прикол. Сзади также. Что это, Николай? Это деревня. Деревня, мечта. Почему мы едем по деревне? За освещение везде. Да это, почему мы едем по освещенной деревне? Это Можайское шоссе. Прикол. А бывает такое, что вы едете, например, и вам просто хочется вот так. Колечка, 39 лет. Стих. Стих. Я вас любил. Любовь моей душе. Нет. Совсем. Коля, давай еще раз. Стих. Стих. Я вас любил. Любовь быть может. Еще в моей душе. Нет. Давай еще. Давай вместе. Давай. Я вас любил. Любовь еще быть может. В моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит.
Я не хочу печалить вас ничем. Браво! Александр Сергеевич Пушкин. Чуть-чуть это, мозг тренирую немножечко. Колет, ну, в основном. А по-другому вообще она поет? Ну, вообще, как бы из сибирских таких познаний, когда... О, не надо это к сибирским познаниям чего-то типа, там. Я, ваша честь, я вас любил. Толку. Ой, нет, все, это вам вообще не интересно будет знать. Все, отключаюсь. Так, ну Коля занимается уплатой налога. А что? Угу. Первую часть уплатил он. Доволен. Хлопья летят наверх. Так, покажи, что мы забрали. Wildberries. Wildberries. Купили, кстати, подарки, все. Только нам осталось кассетки мои. Осталось только купить упаковку для подарков, да? Рассаде быть. Какую упаковку? У тебя нету старых, которые тебе на ремик? Нет. Oh, yeah.